Здравствуйте, дорогие друзья. Спасибо, что вы остались. Бурные аплодисменты вам за это. Я приглашаю на сцену наших музыкантов Петр Ившин, Юрий Голубев и еще один выдающийся музыкант, которого зовут Владимир Галактионов. Они боятся выйти, потому что вы перестали хлопать. Вот. Ну, конечно, получить такой подарок такого музыканта, как Юрий, и не поиграть с ним стандартов, не поучиться у него, это был бы грех. Я на самом деле сегодня уже испытал некий такой стыд маленький, когда Юра сказал, ну давай сыграем какой-нибудь стандарт. Я начал играть, и я понял, что я не готов играть с таким мастером, что мне надо очень много работать над собой. Вот, собственно, этим мы сейчас и займемся. Будем сейчас работать над собой, учиться играть стандарты. Вот. И поскольку мы все-таки здесь, в России, немножечко такие расслабленные все, не очень занимаемся джазом, все представляем из себя каких-то великих, оригинальных и знаменитых, забывая о профессии, вот, то они-то там, наши друзья, коллеги за рубежом, к профессии относятся очень серьезно, и музыки знают гораздо больше, а раз знают гораздо больше музыки, то и что попало, не играют. И когда мы выбирали программу, Юра говорил, нет, сколько можно, это никогда, это уже хватит, это было 20 лет назад. Вот, и поэтому сегодня мы сыграем такую очень оригинальную программу непростых стандартов, очень неизвестных, что будет особенно интересно. Я не понимаю, куда пропал Владимир Галактионов, еще наш выдающийся музыкант, который тоже провел все лето в зарубежных поездках, в основном по Франции, с Валерием Сюткиным. Вот, ансамбль Валерий Сюткин уже не представляет себя без Владимира Галактионова. Я так, правда, ни разу не был на их сольном концерте, но знаю, где Галактионов, там качество. Вот, не было бы там его, неизвестно, что бы Сюткин делал. Вот. Ну, конечно, талантливый человек, кто же спорит, иначе бы к нему Володя не пошел работать. Вот. На самом деле Владимир с Юрой однажды играли, и было это очень давно, 20 лет назад. Вот такие они уже у нас, ветераны. Ну, а Петр Ившин с Юрой играл недавно достаточно, да, потому что Петя еще просто молодой. Просто. А я играю сегодня с Юрой впервые и получаю немыслимое удовольствие. Ну, вместе со стыдом, конечно. Ну, это разные грани одной медали. Итак, мы начнем. Мы договорились, что я своим кривым английским называю фамилию. Галактионов Владимир меня поправляет, и это все переводит. Я даже не вижу уже. Не то, что английский язык не вышел. Значит, «It could happen to you» – первый джазовый стандарт, с которым мы начнем нашу программу. И что это значит? Да. Раз Юра молчит, значит, ты прав. Иначе бы он тебя поправил. Итак, мы начинаем нашу программу. Спасибо. Thank you.
это совсем сложная история. Там история очень сложная, но это только вот Питер знает. Я это знаю. Бруно Мартино, автор следующей композиции, которая называется «Эстаты», как мне сказал Владимир Галутинов. Это какая-то сложная история, и знает ее только Петя. Ты ее знаешь? Ну, про отношения, про любовь, которая осталась в лете. Во как у них все. Про любовь, которая осталась в лете. «Эстаты». Thank you.
Владимир Галактионов, Юрий Голубев, Петр Ившин. Спасибо. Child is Born, следующая композиция. Thank you.
Следующая композиция «Из ниоткуда».
Вы не очень устали? Владимир говорит, заворачивая, я говорю, нет. You don't know? Нет? Love is. Короче, о чем там речь? Ты не знаешь, что такое любовь. Так просто, позиция, такое да. Длинное предложение. Автор есть. Thank you.
Спасибо. Ну и в завершение нашей программы на бис. Вы сейчас нас просите исполнить бис. Мы исполним пьесу, которая называется «Speak Love». Правильно? Говорите тише. Thank you.
А я не забываю. Владимир Галактионов. Петр Ившин поблагодарил коллегу за мастер-класс. Я, Александр Миронов, кланяюсь в пояс за мастер-класс. И самый скромный музыкант нашего коллектива Юрий Голубев. Спасибо вам, дорогие друзья, за то, что вы были сегодня в этот день, за то, что вы поддержали нас во всех наших начинаниях, за то, что благодаря вам вы открыли новый наш филармонический сезон. До новых встреч, слушайте больше хорошей музыки и будьте счастливы. До свидания.